Привет, ребята! Мы снова в эфире. Всем привет! Настя! Рома! Недавно под одним из видео спросили по поводу ВНЖ, сказали, что у нас нет на канале видео по поводу получения ВНЖ в Черногории, и мы решили не откладывать это в долгий ящик и снять прям сразу же видео по поводу ВНЖ, по поводу способа ВНЖ. Я опять написала себе записку, чтобы это все не забыть. Вот, а сразу же скажу, мы не занимаемся этим, это не наша специализация. У нас есть те люди, которые нам делали эти документы, есть знакомые, которые этим занимаются, потому что очень много народу этим занимается, это тоже как бы одна из популярных ниш для русскоговорящих, для работы здесь. Но наша специализация – это экскурсии, это поездки, туры, апартаменты, яхты, но точно не документы. Не это, да. Мы можем посоветовать кого-то, то есть если хотите, спрашивайте. Можем дать какие-то советы, но нам не обращайтесь по этому поводу. Ну, можете написать, почему не обращайтесь. Ну, а не, ладно, обращайтесь. Мы же можем дать советы. Посоветовать можем, но сделать не можем. Опять же, мы этим не занимаемся. Мы хотим рассказать именно наш опыт, какие мы делали ВНЖ, потому что, получается, мы с 2016 года здесь, и мы меняли нашу эту карточку ВНЖ, она здесь называется Боровок. Такая пластиковая голубая карточка и, ну, как бы ID-карт в Европе еще называют. Временный вид на жительство, ну, то да. Есть здесь он выдается сначала на год, ну, потом, всегда практически, да, на год. Да, сначала на год, потом на два, якобы потом на 5 лет. Но это такие мифические истории, лично у нас нет пока человека, с которым мы лично знакомы, что у него есть стальный боровок. Стальный боровок – это вот ПМЖ, постоянное место жительства. То есть ВНЖ – это временное, ПМЖ – это постоянное. И вот этот стальный боровок, ну, это такая как-то миф. Какой-то динозавр такой, о котором кто-то слышал когда-то. Но я его в глаза никогда не видел, этот стальный боровок у иностранца. У иностранца, у русскоговорящего, я сейчас скажу, потому что у меня преподаватель по сербскому, он родился в Белграде, то есть он, паспорт у него сербский, хотя он сам черногорец, и у него есть... Но вот у него этот... и мама, и папа черногорки, да. Черногорцы. Но при этом он не может получить гражданство, но стальный боровок ему дают без проблем. Но это другая история. Тоже другие моменты. Да, мы хотим рассказать, как мы получали ВНЖ, потому что мы получали несколько раз разными способами. И, ну, как бы, в принципе, не будем дальше много рассказывать предисловие, начнем сразу же с самого простого, но самого дорогого ВНЖ по недвижимости. То есть вы покупаете квартиру, и вам дают этот боровок на год. То есть этот ВНЖ, пластиковую карточку на год, если вы хотите. Если вам, допустим, она не нужна, вы приезжаете сюда, там, по, скажем так, безвизовому режиму вам достаточно, то можно ее не оформлять, потому что ее оформление – это дополнительные деньги, сами понимаете. В среднем ее оформление около 150 евро получается. От 100 до 150, там зависимо, вы сами идете или за вас кто-то это подает, какие у вас документы есть, какие вам нужно делать, то есть... Ну да, если хотите сами разобраться, это будет дешевле всегда, это... Ну где-то 50 странах, евро экономится, да. Если сам. Ну где-то да. Потому что там все равно есть налоги определенные, переводы и все такое, это обязательно нужно будет делать. Вот, ну по поводу недвижимости сразу же хотела сказать, цены на недвижимость не упали, несмотря на то, что был 2020 год, кризис, все дела... Все ожидали, что цены упадут. Нет, просто народ перестал продавать квартиры. То есть вероятность найти какую-то горящую продажу, она всегда остается. Тогда, да, цены немножко снижены, но... Ну, это надо, я извиняюсь, что перебью, надо быть всегда здесь на месте, чтобы, ну, вот, например... Горячий пирожок. Горячий пирожок, да. Его, если ты прилетишь через неделю, его уже могут купить просто. 100% купят. Да. Потому то есть, что... ну, как и везде, как и на любом рынке, то есть недвижки есть вот такие горячие пирожки, но, в принципе, цена как была, так и осталась за квадратный метр и в среднем, вернее, от 1200 квадратный метр. Причем я сейчас говорю не про Будву даже, я сейчас говорю про Бечичи, Бары и другие города, то есть 1200 квадратный метр. Примерно считаем 35 квадратов на 1200, 42 тысячи евро, это от... По-честному, мы вот недавно с подругой искали ей квартиру, и в среднем цена от 1500 до 1800 за квадратный метр. Причем это иногда не готовая квартира, а еще котлован. Может быть и готовая квартира, бывает по-разному, но смысл, чтобы вы понимали, что 1200 это не та сумма, на которую стоит ориентироваться. 1800 это та сумма, на которую стоит ориентироваться для среднего жилья. То есть это не люксовое жилье, это
обычное жилье. В принципе, наверное, как для Черногории это дорого, как для Европы это нормально. Но здесь на недвижимости идет основной заработок, поэтому квадратный метр достаточно дорогой. Ну, я считаю, что это дорого. Ну, конечно, можно купить и 500 евро квадратный метр, но это будет на севере. И где-нибудь... Ну, наверное, можно, мы как-то не смотрели. Ну, мы не смотрели, все всегда едут к морю, это понятное дело. Еще хотел сказать, что этот вид на жительство не дает вам права на работу. То есть вы не имеете права устроиться здесь на работу никак. И не дает медицинской страховки. То есть, да, кстати, да, это очень важно. То есть если вы, например, планируете здесь быть год, и у вас, например, здесь есть своя квартира, то вам придется покупать отдельно страховку либо местной страховой, либо у вас дома, в России, в Украине. И как бы, ну, вот такие моменты еще. И не дает возможности получения стального борока. То да. есть вы через да. время вы не получите вот этот пятилетний или двухлетний. Вы просто каждый, каждый год... Каждый год будете получать новые. Новые, да, на один год. И в этом есть определенный минус в том плане, что сейчас законодательство такое, какое оно будет, например, через 2 года, 5 лет или через полгода, неизвестно, потому что Черногория стремится в Евросоюз, и, соответственно, у нее будут меняться однозначно законодательство. Но вообще Черногория молодая страна, у нее законодательство меняется, мне кажется, там, в течение дня, как бы, вот так вот. Вот. Ну, по поводу этого закончили. Если вам интересно по поводу жилья, отдельный ролик, пишите в комментариях, мы будем снимать. Пишите, что конкретно вам интересно по поводу недвижимости. И едем дальше. Самый частый, наверное, ВНЖ – это на основании фирмы. То есть вы приезжаете, открываете здесь компанию, общество с ограниченной ответственностью, и все, вы как директор имеете право здесь находиться, соответственно, вы у себя же работаете, и вот у вас есть... Вы себя же платите налоги, да. Соответственно. У вас есть вид на жительство и работа. Можете работать, но опять же на себя. Вы не можете пойти куда-то, пойти работать еще куда-то, официально, по крайней мере, начнем об этом сказать, да? Ну да, это может быть так, что, например... Неофициальная подработка какая-то, да, да такое да. может быть. Ну вы там пошли где-то, кому-то что-то помогли, вам за это кэшем заплатили. Но если вы, например, хотите устроиться куда-то к кому-то, то, ну, это можно сделать как аутсорс, но опять же в Черногории все очень, еще очень тяжело, вот эта законодательная база. Вот, опять же, мы не юристы, это не совсем наша компетенция, но мы просто видим, как это делается, как это делаем мы, как это делают наши друзья, наши знакомые, поэтому говорим именно чисто по опыту. Так, ВНЖ, ну и сколько это стоит? Это стоит 500 евро, это открыть фирму плюс ID-карт для директора. То есть все вместе это будет где-то 500 евро стоить. Может быть дешевле, окей, там 400, но я не рекомендую вам считать по нижней планке, потому что всегда есть какие-то дополнительные там переводы, еще что-то. Вот недавно у нас было что-то там в законодательстве поменялось, нам пришлось просто переоформлять, и за эти переоформления мы заплатили сколько? 75 евро, да? Да, по-моему, или 100. Ну да, ок, 100, то есть как бы примерно 75-100 евро. То есть это всегда будет в Черногории, по крайней мере, в ближайшее время. И дальше вы ежемесячно будете платить налог, то есть вы будете 50 евро стоит нулевая фирма, то есть фирма, которая не ведет никаких, никакой активности, да, никакой активности, а бухгалтеру за это 50 евро платится, и налог, начиная от 35 и выше, то есть там в зависимости от ставки, и, это вам бухгалтер объяснит, да, как можно минимизировать налог, если вы там не работаете, ну, как бы нету движения денег, и вы пока просто сидите и думаете, чем вам заниматься, да. То есть в среднем еще рассчитывайте на одного человека, бухгалтер, все-все-все, еще плюс 100 евро каждый месяц. Ну, пока сейчас обязательно при оформлении фирмы надо где-то взять справку о несудимости. Либо здесь надо будет брать в посольстве, либо это брать еще у себя дома перед приездом. Она, по-моему, действительно 3 месяца или полгода. Ну, это все зависит от страны. По-моему, 3 месяца у украинцев, полгода у русских. Но, опять же, это не точно, это нужно проверять. То есть, но там нормальное количество времени. Вопрос еще в том, что справка о несудимости... Сейчас собака упадет. Сейчас собака уронит нам. Нет, нет, не трогай камеру. Вася, не трогай камеру. Возьми ее, возьми, а то она спрыгнет. Ай, она спрыгнула. Ой, Вася.
Извините. Справка о несудимости нужна в любом случае, когда ты делаешь да, оборону. Да, но ее можно здесь получить, но это намного дороже и намного как бы... Я, кстати, написала это тоже, хотела потом в конце сказать по поводу справки о несудимости, но раз уже начали, для русских... Просто она, в принципе, нужна только для открытия фирмы, по-моему. А, нет, еще... Для Боровка она все равно. Я извиняюсь, я просто вспомнил. Ну окей, мы уже про нее начали, и тогда про нее закончим. По-моему, если я не ошибаюсь, для русских она делается здесь, в посольстве, бесплатно, но вам нужно будет два раза съездить в Подгорицу, то есть сначала податься, потом ее забрать. Для украинцев она стоит здесь в посольстве дорого, то есть то ли 20, то ли 30 евро. По-моему, 30. 30, по-моему, да. То есть она в Украине, вам дешевле ее в Украине сделать и привезти ее сюда, там, с перевозчиками. Она делается у нас тоже бесплатно, по-моему. Ну, бесплатно или за недорого. Ну, в общем, то есть, смотрите, считайте опять же сами, но в любом случае она вам понадобится. Потом, кстати, понадобится ее перевод, но переводы в любом случае всех документов нужны будут. Едем дальше. То есть, ну, вот, и я хотела еще сказать по поводу фирмы. Если вы открываете фирму, например, вот есть муж, жена и ребенок. Муж открыл фирму, он на ней директор, то жену и ребенка он уже не обязан устраивать. Он может их, это уже следующий как бы тип получения ID-карты, он может их по воссоединению семьи оформить у себя в Черногории. То есть они тоже не имеют права работать. Жена не имеет права работать, но у них есть все те же условия, да? То есть страховка, это очень важно, да, то есть каждому будет выдаваться страховка, и директору фирмы, отцу, да, и матери, и ребенку тоже будут выдаваться такие зеленые книжечки, медстраховка. И все это по воссоединению семьи только тогда, когда получает директор или владелец фирмы получает Боровок, только после этого можно податься на воссоединение семьи. Одновременно невозможно. Да, все правильно. Но по поводу безвизового периода можно тоже сказать, ну, в принципе, периода пребывания в Черногории для украинцев это 90 дней. 90 дней вы находитесь, и потом на 90 дней вы должны уехать из Черногории. А для русских там проще немного, там 30 дней вы находитесь в Черногории, выезжаете на полчаса куда-нибудь в Албанию, в Боснию или куда угодно, и потом возвращаетесь сразу же в тот же день, и опять у вас есть 30 дней. Единственное, что вы обязательно должны платить туристический налог 1 евро в день, это и украинцы, и россияне, все туристы должны это делать, и с каждым годом... Про то, что если кто-то хочет не платить, это ваш выбор, но с каждым годом все больше и больше... Это проверяют, поэтому есть ли смысл экономить эти деньги. И заплатить потом штраф 200 евро. Да, еще и там какую-нибудь депортацию на какое-то время или еще что-то. Да, вот. Напороться. Поэтому, если вы приезжаете... Дешевле будет заплатить его. Если вы сюда приезжаете делать фирму, Боровок и все такое, то есть ли смысл вообще на этом экономить? То есть подумайте. А если вы приезжаете, например, на зимовку, у нас есть видео про зимовку здесь, украинцам выгоднее приехать на 3 месяца, понятное дело, потому что, ну... чтобы не делать дополнительные документы. А русские могут приехать и на всю зиму, на весь несезон, потому что им главное просто потом, это называется визаран, выехать и заехать в течение дня каждые 30 дней. Вот так как мы снимаем в 2021 году, сейчас немножко сложнее выехать за границу, реально. Но все реально, да, все реально. В Албанию сейчас открыто, но в Албанию, например, русским нужен Шенген сейчас, потому что Албания закрывает границы на полгода, вот не сезон, а в Боснию нужен тест, да? Да. ПЦР. ПЦР, да. ПЦР-тест в Черногории стоит 80 евро. Почему так дорого, непонятно. Ну и... Ну, в принципе, это все реально. Есть люди выезжают и делают какие-то нюансы. Ну, короче, можно и сейчас это все сделать. То есть мы сейчас с вами обсудили ID-карту Боровок, то есть ВНЖ. Все одно и то же название, да, одного и того же. По открытию фирмы и, соответственно, дальше по воссоединению семьи. То есть директор может привести свою семью и оформить им воссоединение семьи. И третий такой основной, еще основная возможность сделать вид на жительство в Черногории, это по трудоустройству. То есть вы приезжаете здесь, находите здесь работу или находите ее через интернет, приезжаете и вам здесь оформляют, берут вас на работу и, соответственно, вам оформляют разрешение на работу и проживание. Сейчас я псину возьму. Опа! Мы взяли сегодня с собой псину для записи. По работе один из небольших минусов,
потому что это в основном сезонная работа. То есть, скорее всего, вас возьмут на полгода, на вот сезон, и потом вы тоже можете потом привести свою семью и вас, по воссоединению им сделать ID-карты, вот эти ВНЖ. Но, скорее всего, через полгода вас уволят, потому что, ну, у нас сезон полгода, грубо говоря, и просто... Ну, плюс-минус, да. Да, там не будет необходимости. Если вы же, конечно, устраиваетесь здесь, там, на какую-то работу круглогодичную, то, как бы, отлично, у вас есть Боровок, и ты чего тут... Здесь, вот, например, в Черногории не хватает каких-то узких специалистов, то есть, если, например, там, что-то в медицине или еще что-то... Айтишники, я знаю, сюда приезжают. Да, в Подгорице в основном они все. То здесь как бы можно найти круглогодичную работу и нормально. Ну, я не знаю, по поводу заработка вообще без понятия, потому что мы работаем в туризме, поэтому сказать ничего не могу. Но найти работу круглогодичную в каких-то сферах можно. Ну, реально, все реально. Но, честно, в Черногории, мне кажется, достаточно сложно. Ну да, сложнее, мне кажется, чем везде. Наверное. Потому что все-таки здесь больше востребована... такая работа сезонная, уборщики в отелях, в принципе, любой отельный рестораны, персонал, да, рестораны, официанты, продавцы экскурсий, ну, вот такие вот. Ну, как бы, понятно, побережье, все работы плюс-минус понятны, но иногда можно найти и на круглый год, все, в принципе, реально. Ну, я думаю, что все, я бы хотела еще просто подытожить, да, что по недвижимости, ВНЖ по недвижимости, ВНЖ на основании фирмы и ВНЖ по трудоустройству. И, как следствие, ВНЖ по воссоединению семьи. Ну, вроде как либо все. Визаранить. Ну, это как да, ну, то есть по поводу визарана. То есть русским, пожалуйста, вы можете приехать. Я лично знаю эти пары, которые живут здесь, жили, по крайней мере, здесь годами, которые просто визаранили, им было окей, им было проще платить эти 30 евро с человека в месяц, потому что они все равно туристический налог платили. И визаранить, это не так им дорого в итоге выходило раз в месяц, плюс еще куда-нибудь, скажем так, выехать, отдохнуть. Ну да, там можно там в Боснию, например, выехать там дешевле, купить чего-нибудь, посмотреть заодно что-то, как мини-экскурсии. Да. Но украинцам я визаранить не рекомендую, ребят, честно, потому что если раньше это было возможно, можно было, никто особо за этим не следил, ну, то есть это было возможно, но опять же это было нарушение закона, да, то есть в любом случае вас, если поймали бы, вас могли депортировать или оштрафовать. Вы могли выехать, но потом не въехать, например. Так, да, например. То сейчас за этим следят еще более жестко, и, ну, просто будут у вас лишние проблемы, оно вам надо. По-моему, все. Из основного. Ну да. Как что, задавайте. Какой вид за нами? Мы специально сюда приехали. Сзади светит Стефан, шумит морька. Мы специально готовились, ждали хорошую, ну, относительно хорошую погоду, чтобы заснять видео. Ну да. Мне просто очень нравится это место. Тут такая кафешка, она явно работала в прошлом Мне году. Мне кажется, она и будет работать. Да. Когда будут кафе все работать. Как называется пляж? Ну, по-моему, этот... это Цервеноглавица, по-моему. Цервеноглавица. Да. Так что, потому что здесь красный камень. Вот, да. Если вы будете на машине, ну, или вам не лень приехать сюда на такси, то рекомендую, здесь действительно очень приятно. Практически сразу за Святой Стефаном. То есть там есть пляж Галия в одну сторону, а сюда это Цервеноглавица. Ну, найдете, так. Я думаю. О пляжах мы еще снимем отдельное видео. Да, отдельное видео, когда можно будет выходить на пляж. Ну да, и когда будут они более похожи на реальные пляжи, потому что снимать пустой пляж, да, и с туристами это разные вещи. Вот, ну вернемся к нашему ВНЖ. Вот, по поводу постоянного вида на жительство, как у нас будет, мы пока сами не знаем. Мы все, наверное, кстати, кроме как по недвижимости, мы все эти... виды на жительство, все варианты через себя как бы пропустили, прошли все этапы. Вот, пока только по недвижимости у нас нет, да? Но нам по недвижимости пока и не подходит, потому что, в принципе, мы тогда не имеем права работать. Даже экскурсии возить мы тогда не имеем права. Ну, кстати, хотел сказать, например, если там, вы со знакомыми едете, или у вас есть здесь знакомые, вы можете устроиться к ним на фирму. Да. Тоже такой вариант. Да, ну это, то есть, сути, например, получается... ну это то же самое, что через фирму. По трудоустройству. По трудоустройству, да. То есть вы будете там делить налоги и
бухгалтера, например, на какие-то части. Это выгоднее будет. Да, это просто выгоднее на две семьи или на три семьи. Не важно. Вы не можете, скорее всего, я думаю, взять одну компанию и нанять туда 100-500 миллионов человек, да, потому что у черногорцев появятся вопросы, да, у администрации, скажем так, поэтому, но какое-то адекватное количество людей, плюс если фирма работает, тем более, почему нет, да, фирма имеет право быть зарегистрирована здесь, а работать, например, вот, ну, на иностранных, аутсорс какой-то. Но, кстати, у них по поводу фрилансеров и тому подобное очень пока еще сырое законодательство, поэтому... Непродуманное. Да, непродуманное, но со временем оно устаканится, но пока вот так вот. Ну что ж, наверное, мы все рассказали про, по крайней мере, то, что мы знали, мы рассказали все про ВНЖ. Я думаю, задавайте вопросы, может быть, мы что-то упустили. Просто... Или недостаточно просто понятно вопросы. Объяснили. Ну что, все, пока-пока. Пока-пока.